Народ, всем привет! Хочу показать наборы ключей, которые оказались достаточно качественными, несмотря на то, что это матрикс. Вот, все знают, что матрикс, в общем-то, бывает говноинструментом. А бывает, вроде, у них, бывает, в общем, у них есть в ассортименте, оказывается, достаточно хорошие позиции. Вот, значит, вот это вот в этом чехле, в этом, вот в таком чехле, это набор трубчатых ключей. Вот. Если их сравнивать с различными другими, да, из дешевого ассортимента, то вот эти вот достаточно, ну, недостаточно, а даже очень неплохо изготовлены. Вот. Сейчас я про эти расскажу вам, да? Так. Вот. Трубчатые, накидные, да? Что в них интересного, да? То, что они сделаны из толстенного металла. Вот, сейчас я покажу. Видите, какой? Вот. Вот. На них вот отметка есть, да, на каждом ключе, да? Значит, здесь сколько этих ключей-то? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь ключей. Значит, от 6 до 22. Вот. Такие трубчатые ключи очень нужны, как бы, иногда. Вот. Вот такой вороток, достаточно такой-то тяжеленький. И сами ключи тоже тяжеленькие. То есть вот так вот вставляется это дело. Что интересного-то в этих ключах, да? То есть первое, то есть они оказались очень качественные. Вот. Их можно смело покупать. То есть я их уже проверил. Они не слизываются. Вот самый ходовой вот такой вот, да? Вот, смотрите. Это вот 13-й, 12-й, да? Вот, они достаточно... Так, вот сейчас настрою. Вот. Тоже тяжеленькие такие. Но если сравнивать с дешевыми, да, то вот такие приятные ключи. Значит, они изготовлены, производятся они в Индии. Это не Китай. В Индии ключи эти изготавливаются, а Индия, как всем известно, есть очень даже неплохие инструменты. Значит, пробил я в интернете, кто их делает, короче. Ну, на индийской фабрике они изготавливаются. Вот, Матрикс там размещает заказ. Она, значит, город Джаландахар, Пенджаб. Короче, штат Пенджаб, город Джаландахар или какой-то, или наоборот. Значит, и предприятие Виктор Форингс. Есть такое там в Индии, такое предприятие. Я под видео ссылку оставлю на производственный процесс вот в этом, на этом заводе. Ну, солидненько так все там у них, да? Вот. Также на том заводе изготавливаются достаточно такие известные инструменты на весь мир. Это Эстман. И есть такие инструменты индийские, да,
Они у нас в России, кстати, тоже есть, мало кто знает, но они продаются очень дешево. Вот. Их только-только, видимо, стали ввозить, наверное, да? Представительство в городе Владимир у них находится. Ну, это, ладно, качество просто очень хорошее, да? Вот. И есть такие еще инструменты, тоже известные, но не в России, а преимущественно за границей. Оайкай называется такие. Я ссылку оставлю под видео. Тоже интересные там инструменты такие. Вот. И вот такой вот наборчик вот этих вот трубчатых. Вот есть даже вот самый маленький такой вот, да, вот самый маленький, миниатюрненький такой, да, вот, очень неплохо изготовлен, вот в таком чехле, вот, чехол, ну такой вот, ну его можно повесить вот так вот, вот он с петлями, да, кому надо, да, вот так вот просто взять, свернуть. Вот. И вот на таких вот завязочках он идет. Вот. То есть можно и с уверенностью вот эти ключи брать. То есть сколько у меня было трубчатых, они все гнутся, слизываются, а эти нормально так. Вот. Ключики. Вот. Себя чувствуют очень хорошо, мне понравилось. Так что, и вот такой он массивный получается набор. Так что можно смело брать. Так, это вот первый набор, да? Сейчас я расскажу вот про вот этот вот. Это набор комбинированных ключей. Тоже они произведены тоже в Индии, там же вот на вот этом вот заводе. Виктор Форингс, вот там этот завод для многих компаний производит, для разных брендов производит ключи, и как бы зарекомендовано, вот, предприятие себя с хорошей стороны зарекомендовало. Вот на липучке, вот здесь вот так вот, раз, вот такой ремешок, вот тут вот, да. Вот, и ключи, вот они, вот такие вот, тоже тяжеленный набор, вот, но ключи просто огонь, несмотря на то, что это матрикс, вот, здоровый набор, конечно. Так, сейчас я вот покажу. Вот. Набор просто обалденный, да? В чем обалденность? Все скажут, наверное, сейчас, а матрикс это говно, там гнется и все такое, там срывается, слизывается, ломается. Не, в этом случае с матриксом не так дело обстоит, потому что это, я вот еще раз повторюсь, что это вот сделано на том вот индийском заводе. То есть вот возьмем какой ключ, вот взять, допустим, 24-й, вот он, смотрите, во-первых, он полированный весь, да, вот, и достаточно, ну, четко у него грани, вот смотрите, какая толщина вот у самого прихвата, вот, смотрите, какой вот у него, да, то есть нормально так он сделан, да. Вот тут, то есть он как бы стандартно, как бы тонкий, да, ну не тонкий, а такой стандартной толщины, как у всех ключей, да. И вот тут вот у него изгиб 15 градусов, что удобно иногда, ну в некоторых случаях, и грани вот у него четко здесь отражаются, я не знаю как это. Вот сейчас вот. То есть и блестит, как, не знаю, как у кота яйца. Вот. И достаточно, ну, тяжеленькое такое все, да?
Вот. Если сравнивать вот с этими тайванскими, Джонни Свэями всякими там, и же с ними, да, этот ничем не хуже набор. Вот взять вот здоровый ключ, да вот просто он громаднейший, вот. Громадный ключ, тяжеленный, вот. Вот хорошо отлит, значит, ну, хром-ванадиевая сталь. То есть несколько болтов я проверил таких прикипевших. Я потом, ну, досниму, конечно, обзор, где какие-нибудь такие уже ржавые гаечки и болты приходится крутить. Вот. То есть здесь вот 25 ключей в наборе. Вот. Значит, сейчас я приближу даже. Вот. Вот. Вот смотрите. От шестого, да, вот, от седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, вот, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, да, семнадцатый, семнадцатый есть. Вот. 18-й. Так, ну, сейчас я тут еще. Так, 19-й, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 26-й, 27-й, 28-й, 29-й. Ой, 29-го вот как раз нету здесь, да, тут с 28-го на 30-й, на 32-й сразу. Перепрыгивает этот набор. Вот. А что еще вот почему взял? Потому что видел тут есть недалеко от меня тракторный цех мужиков, да? У них вот такой вот набор. Они крутят тракторные гайки. Там приходится им. Ну вот они как бы довольны. Вот глядя на них, я просто как раз я был перед выбором по покупке вот этого наборчика, да, ну жаба душила, дорогие все-таки ключи, вот эти вот в наборах, да, там все от именитых производителей, там, да, и вот смотрелся на том раз, и вот оказалось, что есть у Матрикса набор, который достаточно, оказывается, себя хорошо зарекомендовал. Вот маленький ключик совсем, так, это вот 6-й размер, да, вот, то есть, вот, маленький такой вот есть. Полированная хром-ванадиевая сталь, то есть, вот, то есть, ну, они, даже вот маленький сам по себе такой тяжеленький, да, вот, ну, и вот, увидев там в тракторном цеху, в мех-цех, да, у них там, у трактористов, машинный цех. Я смотрю, нормально юзают они вот эти там. У них даже они здесь, у них не слизаны, ничего. Они говорят, бывает, что даже болты и гайки не выдерживают. У трактористов это. Ну и вот, глядя на них, то есть вот их взял. Вот, вот они такие. Ключи. Вот они блестят, да. То есть, ну вот. В общем, не Китай, видно, что не Китай, и вот очень как бы приятно то, что вот есть, ну, Матрикс, это ладно, это название, это такое, кому-то нравится, кому-то нет, вот, уже Германия, как бы, да, российский бренд замастырился под немцев, ну, по крайней мере, вот они вынуждены все-таки размещать заказы на производство хорошего инструмента. Что я вот узнал вот про вот этих индусов, да, которые это все вот в Джаландахаре, Пинджабе, производство вот это, да, Виктор Форинг. У них заказчики есть там у них на сайте, я тоже ссылку под видео положу, выложу.
Заказчики есть именитые, там даже чуть ли не Snap-on американский у них есть в списке присутствует. Так что, друзья, вот так вот, что я вот снял это видео, просто, ну, не ради хвастовства, а вот чтобы, ну, знали все, что при малых затратах можно себе достойно взять что-то, да, крутить гайки, потому что действительно иногда очень дорого бывают ключи. Вот, хорошие. И вот, пожалуйста, за малую цену хорошие ключи. Так что можно. Это не реклама, опять же. Я не рекламирую, я ни от какого ни магазина, ничего. Просто вот я знаю, что многие мужики, вот когда что-то нужно им купить, стоят, чешут репу, да, перед выбором стоят, думают, что же взять-то лучше, чтобы один раз и навсегда, да, там, или надолго. Вот, это вот как раз тот вариант, что можно как раз надолго и взять себе. Так что, вот, можно, в общем, смело брать. Вот, вот такие ключи. Опять же, повторяюсь, я не рекламирую, просто вот, ну, от души хочется просто подсказать, вот, на самом деле, что да, можно приобрести достаточно, вот, хороший инструмент за небольшую цену. Надо просто выискивать это все, узнавать. Вот, и как бы вот подсказываю, что да, вот такой вот есть вариант. Есть такой вариант. Вот. Просто чтобы голову никто себе не ломал по поводу вот этих ключей. Какие брать, какие нет. Сам просто долго перед выбором стоял. Вот, и вот подсказываю сразу, что есть вот такие. Вот. Вот. То есть нормальные такие, ну, как бы, ну, не хуже. Я вот сравнивал, я вот перелазил везде, посмотрел вот эти там наборы вот эти вот по 10-15 тысяч там по не знаю, по 8 тысяч, там, по 6, ну, а этот вот 2400 вышел, и, как бы, я думаю, что те, кто крутит гайки, у них, как бы, не у каждого есть возможность, как, хочется иметь, конечно, хороший инструмент, но за дорого не каждый может себе позволить, да, но вот этот вот не хуже, да, вообще вот. То есть нормальный инструмент. Так что вот, друзья, вот хотел вот действительно все это показать. Вот что бывает, да, такой вот инструмент. Неплохой. И главное, что самое интересное, что, ну, вот в чехле в таком, да, все это на месте будет. Ну, чехол, конечно, не это, видно, что где-то пошит уже, ну, сам, вот, сами индусы, наверное, где-то тоже у стороннего предприятия, да, заказывают. Вот, ну, чехол такой, всегда можно и вот эти инструменты, всегда ключи вот эти переложить в чемодан, в какой-нибудь ящик бросить, не знаю, там. Вот, в принципе, он тут даже не клюенчатый, а такой он какой-то, он, ткань такая, она как балоневая, как курточная, ну, я думаю, не будет он рваться, ну, прошитый вроде хорошо. У тайваньских, вот, кстати, вот тут целлофан. Целлофан-то быстрее порвется. Или сеточка. А здесь вот нет, здесь такие кармашки достаточно нормальные.
То есть все тут вот тоже на петлю можно, да, как бы все это прицепить. Вот. И вот заворачивается вот таким образом. Раз, сложил сюда и пошел закручивать. Вот. И вот сюда. Так, сейчас. А, вот в другую сторону ремешок в другую сторону. Вот так вот, раз. Тяжелый просто очень. Такой. Очень массивный. Такой, ну, не знаю, я не взвешивал, но он это достаточно тяжеленький, так что. И не выпадает, кстати, вот если вытряхивать, вот, не выпадают эти ключи, то есть в закрытом состоянии. Вот один я даже до конца, ну, случайно не замотал туда, вот, ну, то есть, и то не вытряхивался. То есть, вот. Нормально. Вот. И сам вот этот вот он такой, ну, он, конечно, он, если его постоянно юзать, он износится, ну, вот, но он рассчитан на то, чтобы его развернуть и повесить на стенку где-нибудь в мастерской, в гараже. Вот, так что вот он, вот этот вот набор. Липучка, вот. Вот так вот, сейчас еще раз разверну. Вот так вот. Вот. Опа. Нормально так вот. Так что, друзья, хотите верьте, хотите нет, но вот такой вот инструмент есть, который достойный по качеству, можно сказать. Вот, ну и вот этот вот, вот этот вообще тоже порадовал, еще раз вернемся к нему, да, порадовал то, что он это, тоже вот так вот раз, на завязочку, опа, и все, вот такой вот, это вот, обычно вот эти вот нужны где-то вот подлезть, не затрагивая, ну, быстро, чтобы не возиться с переходниками, с трещотками, там, да, бывают такие моменты, где нужно вот этот вот нормально так прихватить где-то что-то, ну, по сантехнике обычно это все, вот с такими приходится возиться где-то, вот, больше это такой, ну, тоже копейки стоит, 500 рублей. Вот, если взять там других производителей, там, не индийских, а вот китайос, то они, во-первых, в наборах не часто встречаются, и сделаны из какого-то, из жести, из какой-то, жестяные какие-то трубочки, подобие вот этих вот трубчатых ключей. А трубчатые они, да, иногда очень даже выручают, пригождаются. И вот такие вот очень могут даже неплохо сыграть хорошую роль, так это. Вот. Так, извиняюсь, что за кривую съемку, конечно, особо-то не владею вот этими камерами, как это все правильно надо сделать. Вот так, что вот так вот, вот. Вот такие два набора. Вот такие два наборчика. Это вот именно по... Вот рожковые накидные вот эти комбинированные ключи. Ну, 29-й вот я вот тоже заприметил, какое-то тоже похожее исполнение, да. Но Тайвань, 29-й я сюда докуплю. И куда-нибудь там в кармашек вот 28-м ставлю, там два ключа влезет. И будет, ну, как бы, практически во всех вот таких наборах, я вот заметил, всегда 29-й ключ почему-то у всех отсутствует. Очень мало вариантов, где с 29-м ключом есть набор сразу. Я не знаю, чем это связано.
Видимо, 29-й я вот сам тоже не стал, просто 29-й размер ключа, наверное, в метрической системе не очень-то востребован. Вот, ну, подозреваю, что иногда столкнемся. Подозреваю, что столкнусь с тем, что 29-й понадобится размер. Вот. Когда-нибудь где-то. Вот так вот. Вот. Еще раз заматываю. Просто такое получается. Ну, хотел подробно показать. Вот. Что вот есть такие два наборчика. Ну, вернее, есть два варианта. Вот именно от этого шматрикса, который. Можно. Есть еще тоже индийский набор, вот именно накидных 45 градусных с изгиб. Вот два, ну, есть два варианта у матрицы. Есть китайский вариант. Вообще те категорически нельзя брать, там какое-то силуминовое порошковое литье. То есть они вообще там ну никакущие. И есть вот от этого же индийского производителя. Тоже вот я запланировал себе приобрести там 15 ключей, что ли, или 8 наборчик, тоже недорого совсем стоит, тоже хромированная сталь, вот именно с этого же завода. Вот, надо будет тоже приобрести. То есть тот набор тоже, если где-то увидите, что вот производитель Индии, можете брать. Я его когда возьму, я сделаю потом на него тоже отдельный обзорчик. Вот на этом пока все. Спасибо большое. Спасибо, что посмотрели. Всем успехов и удачи. До свидания.